Итак, всем здравствуйте. Сегодня поговорим о топ-5 кровавых играх, которые на дисках нет. Они в интернете есть. Я составил топ-5 играх самых кровавых. И посмотрим, что сейчас получилось. 5-е место. Пятое место. Это как убить свой компьютер. Для некоторых это очень. Для некоторых это геймеров очень кровавая сцена считается, но она пятое место строчки занимает. Поехали дальше. Четвертое место занимает нашего рейтинга топ-5. Это четвертое место занимает строчки Кавдордайспа. Как убить мужа или жену? По-английски чуть-чуть по-другому. Поехали дальше. Третье место в нашем топе занимает игрушка, и она вышедшая на дисках. Эта игра называется «Как убить своего учителя». Так не поступайте с своим учителем, как в этой игре. Самых кровавых играх в топе. Давайте посмотрим, что он сейчас сделает. Поехали дальше. Второе место занимает нашим FIFA топ-5 самых кровавых игр. Это как убить грабителя. Ни в коем случае тоже не делайте. Вас могут посадить в тюрьму на убийство грабителя. Итак, первое место у нас занимает топ хит-параде самых кровавых играх, лучших на дисках из того интернете. Это золотое место. И эта игра называется 20 способов убить своего босса. Есть еще 17 способов, 15, еще 18. Названия разные. Это игры, но у способов убийства одинаковые, повторяются в разных. То 20, то 18. Некоторые повторяются, а некоторые добавляются. Итак, я назвал вам 5 самых кровавых игр на диске. Если вы не согласны с этим выбором, как я их распределил, пишите в комментариях. Это учтем. Если хотите побольше топов таких, чтобы было 5 топ и 10 топ на разную тему, на разные игры. На фигуре, то ставьте, должно быть не меньше 15 лайков ваших на это видео, 50 подписчиков. Хобби должно быть 5000, где-то 150, поменьше. Так, давайте подписываться на наш канал, ставьте хобби, ставьте лайки.
Всем до свидания. Давайте смотрим. Женщин посмотрят.